медицинский, можно сказать, я попал случайно. Заканчивая 11 класс, мне надо было выбирать профессию. На тот момент мой брат заканчивал уже второй курс медицинского института, и я, долго не думая, тоже решил поступить в медицинский. Поступив в медицинский, я ничуть не пожалел об этом. И сейчас, став уже врачом, ничуть не жалею о выбранной профессии. И думаю, что в будущем тоже продолжу работать по своей специальности. Специальность мне моя нравится, она очень дефицитная. И в общем, надеюсь, что в будущем врачи всегда будут цениться и всегда будут в почете и уважении.